Приветствую всех, кто изучает китайский язык. В этом видео я хочу разобрать два небольших текста. Эти тексты я взял из интернета. Первый раз я прочитаю полностью, второй раз уже с переводом. Итак, первый текст называется он «Лянга Юэн Ин». И тян зао шан, мама жан, арцзе, куай дин ци чуан, чу сю сяо, яо бу гай чи дао ла. Во бу сян чу, арцзе шо, йоу лянга юэн ин. Ди и, лао ши бу си хуан во. Ди ар, хай зе е бу ай во. Мама шо, ни ингай чу сю сяо, е йоу лянга юэн ин. Ди и, ни дин си ши ву суй ла. Ди ар, ни ши сяо джуан. Итак, лянга юэн ин. Лянга – два пара, две причины. И тян зао шан. То есть утром одного дня мама жан арцзе куай дин ци чуан чу сюй сяо. Мама позволила сыну быстрее или раньше куай дин. Раньше быстрее. Ци чуан чу сюй сяо. То есть она дала ему, позволила встать раньше и пойти в школу. Чу сюй сяо. Идти в школу. Яо бу гай чи дао ла. Яо бу. Или иначе, в противном случае, гай, как ингай, чидао, чидао, чидао – это опаздывать. То есть, или в противном случае, скорее всего, опоздает, опоздаешь. Лобусян чу, ардзешо. То есть, сын говорит, я не хочу идти. Являнга юэньин. То есть, есть две причины. Дии. Первое. Лауши буси хуанво. Учитель не любит меня, не нравится. Или я не нравлюсь учителю. Потому что сихуан нравится, а ай это как именно любить. И вторая диар. Хайдзе е буайво. Дети также не любят меня. На что мама говорит. Ни ингай чу сюй сяо. Тебе следует пойти в школу. Е йо лянга юн ин. То есть На это тоже есть две причины. Ди, первое. Ни один сышиву суйла. Тебе уже 45 лет. И вторая. Ниши сяо джуан. И вторая, это то, что ты директор. Такой вот небольшой текст. Хочу отметить это слово. Здесь ниши сяо джуан. Этот иероглиф, у него есть два значения. Если произносить чан, то это будет длинный. Если произносить джан, это будет расти. Но пишется он одинаково. Второй текст. Так, первый раз я прочитаю, второй раз с переводом. Во джей тян. Дзин тян цао шан ци чуан дэ шэ хоу ган зе йоу дяр бу шу фу. Тоу йоу дяр тэн. Во сян, кэнэн шы инвэй зо тян, ван шан шуй дэ тай ван лэ. Зо тян ван шан лян дян цай шуй. Цай сю си лэ ву гэ сяо шы. Суи во сян сян чу шан кэ ба. Джон ву ся лэ кэ хоу зэй хао сю си. Ци чуан хоу чы лэ и дяр мян бао дзё чу шан кэ лэ. Кэши шан кэ дэши хоу, дзюэ кайши кэ соу, фа шао, ян дзин е бу шу фу. Суи джи шан лэ лян кэ. Гэн лао ши цин лэ дзя дзюэ хуй лай лэ. Хуй лай и хоу ву дзюэ ган куай чу и юэн лэ. Дай фу гэй ву кан лэй кан. Кан лэ кан. Дзян ча лэ дзян ча. Шо во ши ган мау ле. Дзуй дзин ган мау де жэн хэн до. Та гэй во кай ле дин яо. Чы ле ву фан дзе чы яо. Жан хоу йоу шуй ле сан гэ сяо ши. Сян зай дзе де хао дяр. Дан ши хай бу чи дао мин тян нэн бу нэн чу шан кэ. Итак, вот такой вот текст. Давайте переведем. О джей тян. Джей тян – это как этот день. То есть я в этот день.
Дзинтян, Заошан, Цичуан, Дэшихоу, Дзё, Дзёдэ, Йоудяр, Бушуфу. Дзинтян, Заошан, то есть сегодня утром. Цичуан, Дэшихоу, то есть когда я проснулся. Дзё, Дзёдэ, Йоудяр, Бушуфу. Дзёдэ, как считать, чувствовать. Почувствовал, Йоудян. Йоудян, как немного. Почувствовал немного дискомфорт. Бушуфу — это как некомфортно. То есть сегодня утром, когда я проснулся, я почувствовал небольшой дискомфорт. Тоу йоудяр тэн. Если будет болеть голова, это как тоу тэн. Но здесь получается тоу тэн, они стоят на конце. То есть получается тоу йоудян тэн. То есть голова имеет немного боли. Также можно сказать «во йоу дэн тоу тэн». Смысл будет один и тот же. «Тоу тэн» – иметь боль в голове. «Васян» – «кэнэн ши ин вэй цзо тэн ван шан шуй дэ тай ван лэ». «Васян» – вообще «сян» как хотеть, планировать, но также это можно думать. «Васян» – то есть я думаю, кэнэн, возможно, ши инвэй цзо тян ван шан. То есть я думаю, возможно, это потому, что вчера вечером цзо тян ван шан шуй дэ тай ван ла. То есть спал или пошел спать очень поздно, тай ван ла. Цзо тян ван шан лян дэн цай шуй. Вчера вечером только в 2 часа пошел спать. Цай сюсила вуга сяуше. Только отдыхал 5 часов. Также, к примеру, такие моменты тоже вы должны уже обращать внимание. К примеру, лян ден. То есть это 2 часа. Но также тот же самый иероглиф ден, если используется, к примеру, йоу ден, то он уже обозначает другое. То есть Йоуден — это будет уже немного. Но иероглиф один и тот же. Суи уасян сен чу шан кхаба. Суи — поэтому. Поэтому я хочу сначала пойти на уроки. Джонгу сял к хоудзай хао хао сюси. Джонгу — это как обеденное время. Сял к. Заканчивать класс — это будет ся к. То есть в обед после окончания ся кэ лэ хоу, то есть после окончания уроков цзай хао хао сюси. Иероглиф цзай — это обозначает то, что снова. То есть в обед после окончания уроков я снова буду отдыхать. Ци чуан хоу чи лэ идиар мен бао дзю чу шан кэ лэ. Ци чуан — просыпаться. Хоу чи лэ — то есть после того, как я проснулся, я съел идиар, тоже немного, идиан, мянбао. Мянбао — это хлеб. Дзё чу шан кэла. То есть после того, как я проснулся, съел немного хлеба и пошел на уроки. Кэшэ шан кэ дэ шэ хоу дзё кай шэ кэ соу. Кэшэ, но. Шан кэ дэ шэ хоу. То есть во время урока дзё кай шэ кэ соу. То есть начался кашель. Фа шао. Температура. Фа шао. Ян цзин е бу шуфу. Ян цзин — глаза. То есть глаза, у глаз тоже был дискомфорт. Суи джи шан лэ лян кэ. Поэтому как отучился шан лэ. Поэтому отучился только 2 урока или посидел только на 2 уроках. Гэн лао ши цин лэ дзя дзе хуй лай лэ. Цин дзя. Цин дзя — это отпрашиваться. Гэн лао ши. Гэн лао ши — то есть с учителем. Здесь идет гэн как с. Также можно сказать хэ лао ши. Гэн лао ши цин лэ дзя дзе хуй лай лэ. То есть отпросившись с учителем, я вернулся.
Хуйлай и хоу водзе ган хуа чу и венла. Хуйлай и хоу. После возвращения я ган хуай. То есть очень быстро, без замедлений. Поехал, отправился в больницу. Дай фу гэ во кан ла кан. Дай фу. Обычно, если хотите сказать врач, то это будет ишен. Но здесь используется дай фу. Это тоже из разговорной речи обозначает врач, доктор. Дай фу гэ во кан ла кан. То есть врач посмотрел меня. Дзян ча л, дзян ча. Дзян ча л, дзян ча. То есть дзян ча это осмотр, проводить осмотр. То есть осмотрел шо уоши ган маула. Осмотрел, сказал, что у меня простуда. Цзуйцзин ган мао де жэн хэн до. Цзуйцзин – недавнее время. То есть в последнее время простудившихся людей очень много. Хэн до ган мао де жэн. Та гэй во кай ла дин яо. Кай яо – это выписывать лекарства, назначать лекарства. Та гэй во кай ла дин яо. То есть он дал мне или назначил мне немного лекарств. Чила вуфан водзе чия. Чила вуфан. Вуфан это как обед, полдник. После обеда я съел лекарства. Жан хоу йоу шуйла санга сяоше. Жан хоу. Затем. Йоу шуйла санга сяоше. Йоу. Йоу. Это снова. То есть затем снова поспал 3 часа. Санга сяоше. Сензай дзёда хау идяр. Сейчас, сензай, сейчас чувствую намного лучше. Также ар не обязательно говорить. В книгах в основном всегда так пишут. Ну, в разговорной речи это не обязательно. Данши хай буджидам минте нэнбэнэн чу шанка. Данши, но. Хай буджидао. Но все еще не знаю. Минтян нэнбунан чу шан кэ. Но все еще не знаю, завтра смогу ли я пойти на уроки. На этом все, друзья. Вот такие вот тексты. Под видео я оставлю иероглифы, эти тексты. Надеюсь, вам это видео вам понравилось. Всем спасибо за внимание. До свидания.